У нас принято с президентом России так общаться неформально, но это вынесли на первые страницы, что там в чемоданчике. Ну, естественно, если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, ой, как много было разговоров и было бы что обсуждать. Те материалы, которые у нас были, аналитические материалы, обобщенные о ситуации вокруг Беларуси и России в целом союзного государства, о том, каково сегодня отношение Америки, Европейского Союза и других по отношению к Китайской Народной Республике, ну и много других схожих материалов, это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел ознакомить президента Путина. У нас давно, очень давно установилась практика обмена подобной информацией. Вот суть этих документов.